Приднестровский «Гребенник» поборется за золото Амалиги. Тираспольчане вырвали путевку в финал у вице-чемпиона прошлого сезона «Геотермала». Финал Амалиги в прямом эфире на Первом Приднестровском уже в эту пятницу в 21:15. А вот как прошли полуфиналы, автор проекта «Маза Food Big» Артем Мазур сделал репортаж специально для Кэба. Всем добрый вечер, здравствуйте! Сейчас мы вам покажем, как это происходит и как это было. Мы находимся в Кишиневе. Здесь у нас, дамы и господа, два сегодня полуфинала. Первый полуфинал, где сражается команда «Бельц» против команды «Нистру». На данный момент счет 1-0. Забили «Нистру» «Бельцем». Наверху наш комментатор Вадим. Внизу ваш покорный слуга Артем Мазур. На поле футболисты. Из Приднестровья выбралась только одна команда. Это команда «Гребенник». И она сегодня будет бороться с «Геотермалом» за выход в финал. Эмоции, честно говоря, зашкаливают. Все футболисты на нервозе. Ну и, честно говоря, этот нерв чувствуется. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Вы видели? Вы пустые ворота! Все может быть. Это сока здесь. Реально все возможно. Все. Закончился первый полуфинал. Победила команда «Нистру» со счетом 2-1. Смотрите, как благодарят своих болельщиков футболисты. Это команда в финале. И сегодня мы узнаем, против кого команда «Нистру» будет бороться. Все. Футболисты пошли на поле. Гребенник забила 19-я минута и первый гол. Это круто! И с таким звуком заканчивается первый тайм. Счет 1-0. Хорошо себя проявили и показали футболисты из Приднестровья. Команда «Гребенник» пока впереди. Пару слов нашим зрителям. Как себя чувствуете? Супер. Как футболисты? Внутри так все. У нас тоже. 10 минут второго тайма. И счет такой же. 1-0. Хорош! Выбивает, потому что осталась последняя минута. Хорош! Еще нет свистка, пацаны. О, победили они! Они вырвались вперед! Они в финале, эти эмоции здесь. «Гребенник» в финале, они будут сражаться с командой «Нистру». А уж команда «Геотермал» и команда «Бельц» будут бороться за бронзу. Мы это сделали, мы это показали, это было специально для вас. Вы видели, как это было по-разному, эмоционально. И, конечно же, все это зашкаливало.